ДТП в металлургическом районе. Столкнулись две легковушки. Момент аварии попал в камеру видеорегистратора. Автор видео пытался объехать пробку по встречной полосе, когда другая легковушка вывернула из общего ряда. Скорее всего, водитель не посмотрел в зеркала заднего вида, поэтому и не заметил машину. В итоге столкновение. Сильно ударилась. Я-то нет, машина сильно ударила. Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась. А в Калининском районе две легковушки не поделили перекресток. Одна машина не пропустила вторую на повороте. В итоге ДТП.